Работа на шахте Азату Нукитаеву, горнорабочему очистного забоя шахты казахстанская АО «АрселорМиттал Темиртау», никогда не казалась трудной. Он привык ко всему относиться позитивно и всегда достигать поставленных целей. Шахтерский путь Азата Нукитаева начался в ранней юности, сразу после окончания школы. Ну, в 2006 году закончил школу, США номер 4, поселка Доленька. Сразу поехал на шахту Тентекская, не дожидаясь, пока закончится лето. После ИНТ, в общем, написал заявление в трудоустройстве с последующим обучением. Отучившись на подземного горнорабочего, приступил к настоящему взрослому труду. Вышел работать на участок конвейерного транспорта шахты и, на удивление, легко влился во взрослый коллектив. Большинству коллег было лет по 40-50, а сам Азат еще совсем мальчишка. Как вспоминает герой сюжета, этот период стал для него хорошей жизненной школой. 7 лет на УКТ отработал, затем перевелся на участок номер 2, на обычной. Там год, около 2 лет отработал, получил диплом технический, значит, по РМПИ. Тоже начал исполнять обязанности замначальника. Затем в 2016 году перевелся на шахту Казахстанская, горнорабочим очистного забоя, на участок номер 3. И по сей день работаю. В настоящее время Азат Айватович исполняет обязанности заместителя начальника участка. Молодость вкупе с уже большим трудовым опытом послужили хорошим стимулом в работе. Я ко всему стараюсь относиться позитивно. В общем, к любой проблеме не, как говорится, не с поникшей головой. А так надо решать по мере поступления все. Мои принципы, значит, индивидуально с каждым работником нужно подходить, каждому работнику, кому-то объяснить, как что делать. Азат Нукитаев – достойный продолжатель дела большой шахтерской династии. Горняками были и дед, и отец героя сюжета. Рабочие традиции династии семья соблюдает и сегодня. На данный момент еще на Тентекской шахте дядька работает, Нукитаев Айдар Газизович, тоже на добычном участке. Вот он мне много подсказывал, он меня за руку, можно сказать, и привел к директору. Вне работы Азат ведет здоровый образ жизни, регулярно ходит в фитнес-клуб, занимается бодибилдингом. А самый лучший досуг для него – это отдых с семьей и детьми.